И сегодня же казахстанские водители должны были провести акцию протеста против высоких цен на бензин. Несколько дней они пересылали друг другу сообщения с просьбой ровно в 12 часов дня остановиться на дороге и включить аварийный сигнал. Вот только массовой эта кампания не стала. Стою на трассе в городе Актобе возле автозаправки «Казмунайгаз», включив аварийные сигналы. Тем самым выражаю свой протест повышением цен на топливо. Об акции несогласия вспомнили лишь единицы. Водители свою пассивность объяснили элементарной нехваткой времени. Ведь остановить движение нужно было на целый час обеденного времени. Если же говорить о цене на топливо, то она начала расти с сентября. Стоимость ходовой марки АЕ-92 повышалась буквально на глазах автолюбителей. Иногда дважды в день. Ну вот, наверное, и все митингующие, не знаю, так ли это или не так. Вот нахожусь на самом центре площади.